Казани традиционный крестный ход в честь годовщины обретения одной из самых почитаемых святынь всего православного мира, Казанской иконы Божией Матери. Именно 444 года назад на территории нынешнего Богородицкого мужского монастыря и был обретен этот чудотворный образ девочкой Матроной. Говорят, что пока икону несли, два человека тут же исцелились от смертельной болезни. И икона считается покровительницей всей Руси.